наконец-то дошли руки убрать теплицу. На улице сегодня погода замечательная, тепленькая. И поэтому я занимаюсь уборкой огурцов в теплице. Вот эти все сухие огурцы я сейчас уберу. Но помидоры еще как бы есть и зреют. А вот эти два кустика, это молодые огурцы. Они вон еще и цветут. Я их оставлю. Работа не кончается. Так вот убрала теплицу. Набрала вот такой урожай огурцов. Буду кормить курей. Тут у меня цветы вигилы. Я оставляю на зиму. Будут зимовать у меня пока вот так. В банках буду смотреть по образованию корней. Появятся корни, значит, тоже присажу их вот сюда вот. И тоже оставлю на зиму тут. Тут рассказываю, что у меня огурцы. Два куста молодых начинают цвести. Оказывается, они не только цветут, а тут вот уже есть и урожай небольшой. Дам ему подрасти. Будем смотреть, что будет у нас с этих огурцов. Пойдет все нормально, значит, на следующий год буду в два этапа сажать огурцы. Ну, на сегодня, думаю, работа завершена. Уберу я термоторы. Собрала еще помидорчика.